Здоровье питомца в руках человека. Вести полноценный образ жизни, быть активным и игривым домашний любимец может только при условии качественного питания. У каждого животного свой рацион. Одному необходим растительный, другому – пища животного происхождения. Сегодня будем разбираться, как выбрать корм для грызунов. Основное отличие в кормах для видов грызунов – это, конечно, их состав. Не всем видам грызунов подходят те или иные фрукты или овощи, которые входят в состав корма. Не всем грызунам подходят те или иные зерна, которые идут в составе корма. То есть для каждого вида грызуна свой рацион корма. Существуют и универсальные корма, которые подходят всем видам грызунов. Однако ветеринары советуют подбирать рацион под конкретного питомца. Также стоит учесть, что в корме для грызуна обязательно должен присутствовать витаминно-минеральный комплекс для стачивания зубов. В первую очередь надо обращать внимание на составляющую растительную в корме. Если это морская свинка или хомяк, обязательно должна быть растительная составляющая. Ну, сено, скажем так, да, или те или иные цветки разных растений. Если это крыска или мышка, то надо обращать внимание на составляющие, чтобы там обязательно был кальций, фосфор, вот эти вот вещества для нормального развития костей, зубов. При выборе корма обращайте внимание на то, как его употребляет в пищу ваш питомец. Если животное из смеси выбирает только любимые зерна, а все остальное не ест, лучше перевести его на гранулированный корм. Потому что такая разборчивость приводит к недостатку витаминов в организме. Самый плохой корм для грызунов – это корм, сделанный своими руками. Как правило, люди не знают, как сбалансировать для своего грызуна корма, и поэтому начинают лепить что-то свое. Я уже не говорю про то, как собирают всякие одуванчики, цветочки придорожные, которые покрыты сплошь пылью, грязью. Этого давать нельзя. Если корм находится на прилавке зоомагазина, он уже прошел соответствующую сертификацию. В качественных кормах для грызунов указываются все ингредиенты в порядке убывания их массы. Надписи «Овощи и фрукты без уточнения» указывают на то, что в корме могли быть использованы отходы. Теперь вы знаете, как выбрать корм для грызуна. Приятных покупок, и пусть ваш питомец вас радует!